Трикотаж класса люкс. Платье, пальто, кардиганы, жакеты, юбки, палантины, вещи утепленные, облегченные, с воротниками и без воротников. Такого изобилия качественных авторских изделий на постоянной основе в Сочи еще не было. Поклонники дизайнерских работ Натальи Чуевой теперь могут не ждать выставок, а посещать студию «Акварель» в Адлере. В нашей студии работают мастера очень высокого класса, которые получили образование еще в Советском Союзе. Сейчас они научили своих детей. И мы сделали уникальное предприятие. Для производства трикотажных изделий берется качественная шерстяная и акриловая нить. В результате десятилетиями изделия сохраняют свой первозданный вид. Все модели неповторимые, у каждой из них своя изюминка, будь то вышивка, пуговица или необычный набивной рисунок. Размерный ряд разнообразный, здесь могут подчеркнуть свой индивидуальный стиль как молоденькие девушки, так и женщины среднего возраста и постарше. Необычный крой, эксклюзивные варианты. Яркие модели украшены цветочным орнаментом. Наши изделия выполняются в специальной технике, которая называется машинно-ручная работа. Часть работы производится на машинах, на станках, а остальная уже идет. Рисунок набивается вручную. И здесь без навыков и особого мастерства не обойтись. Разрабатываются модели в собственной дизайнерской мастерской члена Московской палаты ремесел Натальи Чуевой. Неудивительно, что этот цветочный трикотаж отмечен на самом высоком уровне. Модельер неоднократно была награждена дипломами Ассоциации народных художественных промыслов России за сохранение традиций и высокое мастерство. Сочинцы и гости курорта могут познакомиться с отечественными трикотажными изделиями в салоне «Акварель» Натальи Чуевой, который расположен в Адлере на улице Демократическая, 49. Быть как все или ярче других – выбор каждой покупательницы. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».